проникновение в душу человека, чтобы душа откликнулась, что Слово Божие живо и действенно. Вопрос 1010, третий том. Значит, неправильно пословица «каковы родители, таковы и дети», если в неблагополучных семьях вырастают хорошие дети? Ответ Игнатия Лапкина. Есть и другая пословица, подтверждающая эту: «яблоко падает недалеко от яблони, от ирода рождается ирод». Но так бывает не всегда. Господь призывает всех, и ты можешь откликнуться на Его призыв. Матфея 11, глава 28 стих. «Приидите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». Откровение 3, глава 20 стих. «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». В этой комнате могут быть самые негодные люди, ваши родственники. То есть вы их любите, они в вашем сердце. Но вот вы услышали стук, призыв Христа: «Приидите ко мне все». Вместо слова «все» ставьте свое имя, добавив: «Я сын вот такого-то, Иеровоама, сына Наватова, или сын Каиафы». Бог совершенно не смотрит нашу родословную, но смотрит только на наше сердце. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. То есть это оживление этих вопросов.